На последней сессии этого года парламентарии региона сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Речь идет об упрощении процесса подачи инвалидами необходимых для этого документов. До принятия изменений государственные и муниципальные услуги предоставлялись на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре. При этом инвалиду необходимо было представить документ, подтверждающий данный статус. Теперь при наличии соответствующих сведений в федеральном реестре предъявлять данный документ не требуется. То есть в соответствии с нашими поправками, теперь люди с ограниченными возможностями, которые будут обращаться в Госюрбюро за теми или иными услугами, они смогут воспользоваться услугами без представления документа на бумажный носитель, так скажем, этой справки, если данное сведение содержится в Едином федеральном реестре, да, по инвалидам. Подчеркну, что собрание депутатов совместно с органами исполнительной власти, администрации проводят плановую работу по приведению законодательства окружного в соответствии с федеральным в той части, чтобы люди при предоставлении тех или иных услуг государственных и муниципальных не представляли эти справки на бумажном носителе. В Ненецком округе на едином портале госуслуг запущен сервис «Вызов врача на дом». Для получения электронной услуги нужна подтвержденная учетная запись на портале и полис ОМС. Для того, чтобы оформить вызов врача на дом, необходимо указать точный адрес после регистрации и подтверждения запроса. Заявка через региональную медицинскую информационную систему поступит на соответствующий участок. Также необходимо иметь прикрепление к медицинской организации, которое можно проверить на портале через личный кабинет. Также через портал госуслуги можно записаться на прием к врачу, прохождение профилактических медицинских осмотров, диспансеризацию и получить ряд других услуг в электронном виде. Жители Ненецкого округа могут сэкономить семейный бюджет при покупке авиабилетов на 2020 год уже сейчас. По информации Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, продажа билетов по субсидируемым тарифам уже открыта. Авиакомпания ЮТР открыла продажу билетов по субсидированному тарифу по маршруту Наринмар-Москва. Льготой с 13 января 2020 года могут воспользоваться молодежь, пенсионеры, многодетные, инвалиды. Кроме того, жители региона могут приобрести билеты по специальным тарифам на рейсы авиакомпании «Руслайн» по маршруту из окружной столицы до Кирова, Сыктывкара, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска. Специальный тариф распространяется на всех пассажиров. Также можно приобрести билеты на 2020 год по маршруту Наринмар-Санкт-Петербург. На рейсы авиакомпании Nordavia. Специальный тариф также распространяется на всех пассажиров. В окружном профильном ведомстве также сообщили, что Nordavia после заключения соглашения с Росавиацией планирует открыть продажу билетов на 2020 год по специальному тарифу на авиарейс по маршруту Наринмар-Архангельск, который планируется выполнять два раза в неделю. Еще один льготный тариф в этом же направлении будет действовать по региональной программе. Воспользоваться им смогут молодежь и пенсионеры. Согласно постановлению, на каждом рейсе в одном направлении определена квота мест в размере 10 единиц. Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Ранее такая схема налогообложения была введена в Москве, Московской и Калужской областях в Республике Татарстан. О нововведениях, которые вступят в силу уже с 1 января, самозанятым гражданам рассказали в ходе круглого стола, который прошел при участии специалистов профильного департамента и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход для самозанятых рассчитан на тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду. В общем, те граждане, которые работают на себя, а также чей доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. На сегодня, вот, например, многие сдают квартиры, получают доходы, кто-то сдает отчетность и платит налоги, кто-то нет. В данном случае, если, например, гражданин сдает квартиру, получает доходы, он заплатил свои 4%, он полноценный гражданин, никогда никто к нему не придет и не скажет: плати, потому что у тебя по счету там такие-то вот, или кто-то написал, что вы не платите налоги. Поэтому это нормальный правовой статус, это комфортное состояние этого человека, получающего дополнительные доходы. Ставка налогообложения достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам и 6% за работу с юридическими лицами. При этом самозанятые граждане освобождаются от уплаты 13% подоходного налога. Все обычные граждане, да, они платят, все мы платим
как правило, 13% налога на доход физических лиц от всех полученных доходов. Да. Данный же режим предполагает две пониженные ставки, это 4,6%, соответственно, 4% при оказании услуг и передаче товаров физическим лицам и 6% от, при оказании услуг, выполнения работы, передачи товаров организациям. Второе, при регистрации в качестве плательщика данного специального налогового режима гражданин не становится предпринимателем, организация упрощена. Согласно закону, принятому Государственной Думой, самозанятым гражданам предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог», через которое они автоматически будут уплачивать налог на профессиональный доход. Не нужно предоставлять какой-либо отчетности, то есть налоговый орган сам известит через, опять же, мобильное приложение о сумме налога к уплате, ее нужно будет уплатить. Как я уже сказал, никакой отчетности при этом предоставлять не нужно. При этом мобильное приложение, оно само агрегирует кассовый чек, который нужно будет выставить покупателю, либо получателю работы услуг. Его нужно выставить будет как бумажным, так и в электронном виде. Напомню, Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января следующего года получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Студентов-медиков и ординаторов поддержат из средств окружного бюджета. Более 12 миллионов рублей направлено на дополнительную поддержку этой категории граждан. С 1 января 2019 года в Ненецком автономном округе начали действовать дополнительные меры социальной поддержки студентов и ординаторов медицинских высших образовательных организаций. Соответствующий закон, инициированный губернатором Ненецкого автономного округа Александром Цибульским, был принят в конце 2018 года. С начала 2019 года на дополнительные меры поддержки студентов и ординаторов из окружного бюджета уже направлено более 12 миллионов рублей. Речь идет о стипендии, компенсации стоимости аренды жилья за пределами округа и проезда к месту учебы и обратно, а также к месту практики. Так, обучающиеся на отлично могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Тем, кто учится на хорошо и отлично, и хорошо, полагается стипендия в 3000 рублей. Кроме того, из бюджета округа компенсируется аренда жилья за пределами региона, но не более 10 тысяч рублей, и проезд к месту учебы и обратно раз в 2 года, а также ежегодно к месту прохождения производственной практики и обратно, но не более 20 тысяч рублей. По информации профильного департамента, такими мерами поддержки сегодня пользуются 5 отличников и 9 человек, учащихся на хорошо. Им выплачены стипендии на общую сумму 5,7 миллиона рублей. Более 5 миллионов направлено на компенсацию части стоимости аренды жилья в Санкт-Петербурге, Архангельске и Сыктывкаре. Такой мерой поддержки воспользовались 13 человек. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно, а также к месту прохождения производственной практики выплачена 11 студентам. На эти цели из бюджета округа направлено 1,3 миллиона рублей.